Что делать с сильнопьющими родственниками? Из них никуда. Ну как с ними не берешь столов алкоголь? Ну я уже говорила об этом. Если буйный, то в такси домой. Если не буйный, то в уголочек. И ну что делать? Ну вот такое бывает действительно. В данном случае, если вы понимаете, что в любом случае вы будете их приглашать, в любом случае без них никуда, то просто стараться тогда отпустить эту ситуацию и уже решать по мере поступления. То есть, если вы понимаете, что вот все это сложилось, значит вызывать такси, ну просто заранее держать телефончик наготове такси, чтобы можно было вызвать такси и отвезти сильно пьющих родственников домой отдыхать. Или заказать номер в отеле, там или где-то, если есть по возможности что-то рядышком, чтобы можно было их отправить отдохнуть в отеле. Даже если это отец жениха, так, что делать, это отец жениха, да? Ну вот такое бывает, ну отправлять спать, что делать?